Ну что ты, отдохнул? Отдохнул. А теперь, будь добр, 70 гектар сделай мне как картинку. Стой. Раз. Беги, доктор. А теперь, когда вдруг там санкции Европы, да мы сделаем то, да мы не сделаем. Это же годы нужны для того, чтобы сделать. Это нужны вложения огромные. Это нужно воспитать людей, специалистов, технологов. Вот, начиная с твоего, чтобы комбайны все стояли в ряд. Это из-за хорошего обслуживания. Да было это не любовь. Там все наперекосяк стоит. Да, в принципе, если не торопясь без нервов, то потихоньку убирать-то можно. Но амбиции, они выше, понимаете? Я думаю, что и потенциал этих земель, он выше. Если с ними правильно работать, если их дофинансировать, этот вот гектар пашни, то можно получить отличный, хороший результат. Не хуже, чем Западная Европа.